Утро во дворе домов 3 и 3А по улице Высоцкого выдалось звонким. Энергичный стук кирок, нежное звяканье лопат и таинственный скрип метелок. В общем ансамбле инструментов раздаются неспешные разговоры и самих исполнителей. С утра и дождичек прошел, сама погода желает очиститься от зимы и очищается. И жители тоже вот вышли сегодня потрудиться, помочь природе, навести порядок, который будет радовать глаза самих жителей, их детей, внуков, а у многих уже вот здесь работающих и правнуки есть. Это лишь репетиции большой уборки, говорят жители. В субботу, когда в общем хоре гагаринского субботника зазвучат инструменты жителей всего города, свою партию сыграет и Самарский район. Но главное – не забывать потом поддерживать эту чистоту. Если вот идешь, пакет валяется. Вот я, например, не терплю, чтобы он его ветром гонял. Я его беру и в урну кладу. Вот сейчас я в 6 часов встал, у нас в подъезде некому убирать. Я уже сделала субботник в своем подъезде, убрала подъезд. Чистый город – это образ жизни, уверены жители. И начинается он с чистых квартир и подъезда, и двора. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.